Я давно заметил забавную особенность. В какой бы длинную очередь я ни встал, после меня уже никто не становится. Наверное, это случайность. Но, между прочим, с отпуском у меня получается то же самое. Я подаю заявление, и тут начинается всякая чертовщина. Кто-то из наших ребят еще не вернулся. Другой недавно ушел. А третий догуливает за прошлый год. И отодвигается мой отпуск на неопределенный срок. От всего, что было задумано на ближайший месяц, уводит этот мигающий впереди сигнал бедствия. Тебе предстоит выяснить, кто его зажег. Мои уважаемые спутники вскоре сделают свое дело, снабдят меня необходимыми выводами, пожелают успеха и уедут. А я отправлюсь знакомиться с людьми, которые в эту минуту даже не подозревают о моем существовании. И буду взвешивать невесомое. Пытаться отделить черное от белого. Надо быть готовым к тому, что за порогом каждой минуты нас может поджидать незнакомка, имя которой неожиданность. Кто это сказал? Не помню. К тому же, мне кажется, приехали. Лейтенант Побидзе. Здрасте. 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 Сюда, пожалуйста, вниз. Сигареты Кент курили. Я там еще два таких же видел. Ну, теперь можно не беспокоиться. Обычно преступников находят по огуркам. Карманы вы осмотрели? Да. Обрывок рецепта только. Ни документов, ни денег нет. Ограбление? Тогда почему золотые часы не сняли? Обочина шоссе 9,5 метров. Длина следа 70 сантиметров. Ширина протектора 16 сантиметров. Второй след протектора на асфальтовом покрытии. Проникающее пулевое ранение в череп. Выстрел в затылок. Прямо название для полицейского фильма. Да, красиво. А как вы думаете, Нодар Павлович, почему наши галантерейные концерны вместо шикарных названий ограничиваются скромными и загадочными инициалами, вроде этого ТПК? Не боятся конкуренции? А почему вы об этом спрашиваете?
Обрывок рецепта и загадочный штамп. Это все, что у нас есть. Кстати, как вы думаете, он выживет? Я думаю, что этот вопрос для вас имеет чисто человеческое, а не профессиональное значение. Почему? Даже если он выживет, пройдет много времени, пока к нему возвратится способность к ориентировке. А такие ранения очень часто осложняются ретроградной амнезией. Слышали? Что? Полное выпадение памяти. Поэтому расческа со штампом ТПК и рецепт – это действительно все, что есть. Конечно, не считая безымянного раненого или уже безымянного трупа. Грустно все это. Среди дивной природы человек выстрелил в человека. Кто? Почему? И, наконец, кто он сам, этот человек? Может, он иностранец? Это почему же? А ну, вся одежда заграничная. Так ведь и на мне, пожалуй, все заграничное. А сигареты Кент? Вы фотографии людям показывали? В каждом доме был. Его никто не видел. А местных вокруг я на 50 километров знаю. Скажите, кто такой Гигаури? Тафико? Да. Есть тут один такой, а что? Вот рапорт инспектора. Вчера водитель Нигматули на повороте у 143-го километра задержал Гигаури, когда тот выпрыгнул из кузова. Ну и что? Нигматули заметил, что пиджак у Гигаури в крови. Я этого не знал. Давайте-ка с ним поговорим. Вот он. С друзьями в Духане веселился. Рассказывай. А что мне рассказывать? Это вы лучше скажите, зачем привели сюда? А дело оторвали. От какого дела? Нахал ты и бездельник. Садись. Откуда на вашем пиджаке кровь? Из руки. Точнее? Точнее не бывает. На грузовике руку поранил. На ходу прыгал в кузов. А почему на ходу? Так дешевле. Как вы думаете, Гигаури, почему я вас расспрашиваю? Я об этом еще не думал. А вы подумайте. А ну, снимите пиджак. Это вы про то, что на шоссе произошло? Так здесь мой пиджак ни при чем. Моя на нем кровь. Можете проверить? Проверим, проверим. Ну, тогда я пойду пока. Пока посидите там, в коридоре. Вот ваш рецепт. Обработанный люминофором и сфотографированный в инфракрасном освещении. Общий вид. Ну как? Нравится? Да. Изумительно. И что же? А вот что. Та часть, где были штамп в поликлинике, и фамилия пациента оторвана. На оставшейся хорошо сохранилась пропись латинскими буквами. Внизу полустертая печать и неразборчивая подпись. Дата 15 октября. Значит, рецепт пролежал в кармане почти 3 недели. Да. А теперь посмотрите печать.
Там, где буквы восстановить не удалось, проставлены крестики. Амбулатория, поликлиника, клиника, больница, медсанчасть, диспансер. В печати есть буквы П и КЛ. Может быть, поликлиника? А если клиника? Этот лин? Очевидно, это из названия линейная, калининская и так далее. В системе здравоохранения таких названий 1010. Или 100. Да. Ценные сведения за 2 дня. Ну. Реакции на свет и звук отсутствуют. Пульс очень частый, беспорядочный. Может быть, он в бреду что-нибудь говорит? Неужели никакой надежды? Мало. Очень мало. Скажите, доктор, а на теле нет каких-либо особых примет? Татуировки, родимых пятен? Нет. Я сам его осматривал. Ехал я обычным рейсом из Тбилиси в Орджоникидзе. Правда, пассажиров не было. Время за полночь, тут еще вода закипела. Прижался к обочине, вот здесь. Впереди, возле столбика 121 километра, стояла Волга, где стоит ваш. Мало ли машин бывает. Когда закрыл капот, смотрю, Волга уже уехала. Ну, я... А люди были там? Никого не было, это точно. Ну что ж, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Вот вам свидетель. А что толку? Как что? Хотите, я вам расскажу, что тут произошло? Волга остановилась у того столба. Из нее вышли 2. Они курили. Вы там нашли 2 окурка. Когда один отвернулся, второй выстрелил ему в затылок. Затем ему нужно было спрятать тело. Сюда сбросить нельзя, под нами дорога. Судя по следу на траве, он потащил тело к пропасти, но сбросить не успел. Ему помешал автобус. Испугавшись, преступник сел в машину и скрылся. Я даже добавить могу. Они перед выстрелом хорошо разговаривали, мирно. Это почему же? Люди скандалят лицом к лицу, а этот несчастный спокойно спиной повернулся. А ведь верно. И разговаривали долго. 20 минут. Ну-ка, ну-ка. Сигарета Кент, тип King Size, длина 9 сантиметров, виргинский табак, фильтр из пробкового папируса, гильза из бумаги, пропитанной селитрой. Так. Полностью сгорает за 9 минут. А мы нашли там сколько окурков? 3. А вы молодец. Стараемся. А вы как думали? Вы что, в машину меня хотите загнать? Почему я должен поросятами заниматься? Коллега! Почему этот поросенок по дорогам бегает? Маленький он еще. Это Таллин. Только что получены телеграммы из Министерства торговли. ТПК это Таллинский или Тамбовский промкомбинат. Ну и что? Расческа свою отработала. Таллинская она. Таллин это большой морской порт. Там моряков обслуживают бассейновые поликлиники. И эта бассейновая точно ложится в печать. Таллинская бассейновая поликлиника. Здорово. Заключение эксперта, что кровь на пиджаке Гигаури его собственная, перешлите обычным порядком. Довольны, наверное, что он невиновен. Кажется, все. Где меня искать в случае чего, вам известно. Ну, до встречи. Это значит фрукты. Очень полезно. Вот и расстаемся мы. Послушайте, товарищ Кобейцев, а как вас зовут? Васо. Увидимся еще, Васо. Как Бог даст. Не ведь на пенсию скоро.
Счастливого пути! Моя подпись. Так. Лекарство это сильно действующее. И все такие рецепты зарегистрированы в журнале. Анна, откройте журнал за 15 октября. Так вот. Такой рецепт получил 15 октября Пименов. Дальше Корецкий, так и Пярст. Адреса этих больных можете получить в регистратуре. Улица Виру, 9. Как? Виру, 9. Корецкий. Улица Крейцвальди, 2. 10. Спасибо. Всех троих мы проверили. Вот рецепт Пименова. По нему он получил лекарство 16 октября в аптеке номер 3. Это рецепт Пярста. Его предъявили в аптеку рыбзавода 18 октября. Рецептом, который нашел ты, по-видимому, не воспользовались. Значит, это рецепт Корецкого. Тогда придется подождать. Штурман Корецкий ушел в плавание. Когда? Вчера. Я запросил пароходство. База, на которой он служит, ушла в море на пятидневное ходовое испытание. Ну, конечно. Все по закону Мерфи. Что-что? Если неприятность может случиться, она обязательно случается. Mm-hmm. Хорошо. Но каким образом рецепт, выданный здесь, я нахожусь за 3000 километров отсюда? Нет, гражданин Корецкий, нам обязательно надо повидаться с вами.
капитан Астафьев. Мне нужен штурман Карецкий. Простите, с кем имею честь? Дело в том, что штурман не явился. Как это не явился? Штурман Карецкий не явился на борт судна. Не явился. Штурман Карецкий из очередного отпуска своевременно не возвратился. Вчера судно на ходовое испытание вышло в море без него. А что же вы, капитан, не сообщили об этом в пароходство? Это моя вина. И я готов нести соответствующую служебную ответственность. Я не про ответственность. Я про Карецкого спрашиваю. Так где же Карецкий? Вы со мной, гражданин, следователь, в кошки-мышки не играете. Простите? Как я понимаю, штурман Карецкий у вас. И я вам ничего плохого сказать о нем не могу. Да? А что вы можете сказать о нем хорошего? Хорошего? Ну, обыкновенный, хороший человек. Хороший. Когда вы его последний раз видели? 18 октября мы стали на ремонт двигателя. И тогда штурман подал рапорт об отпуске. И что? Я разрешил отпуск до 12 ноября. Какие у него были планы? Штурман Карецкий собирался к себе домой в Ленинград. У него подошла очередь на Волгу. Но и он ее получил? Получил. Откуда вы это знаете? Прислал телеграмму, что машину не получили, обкатывают, и что он вернется 13-го. Получили, обкатывают. С кем? С Тамарой, наверное. Жена, сестра, невеста? Девушка его, невеста. Фамилия, место жительства? Не знаю. Я с ней не знаком. А что вообще о ней знаете? По-моему, она студентка, географию изучает. Все? Все. А что произошло? Почему вы меня обо всем этом спрашиваете? Задачу задали вы нам. Найти среди 200 тысяч ленинградских студентов Тамару, это я вам скажу, вроде шарады. Но вы ее все-таки нашли. Как видите. А вы уверены, что это та самая? Еще бы. Ее фотографиями украшена вся квартира Карецкого. Они не выиграют никогда, это я. Ну хорошо, сам увидишь. Я тебе говорю, что он у тебя не принят. Ну да. На, держи, оставишь последнее. Только, пожалуйста, смотри, никаких обструкций, вопрос. Ведите себя нет, солидно. Вопрос, я и Валька во всем эти дяди плюхается. Представляете, вода холоднющая, холоднющая. Она вынырнула и кричит, ой, ресницы потекли. И все равно не выходит, только руками в воде шлепает. Тамара. Ай. А я по берегу бегаю, не знаю, что делать. Что мне умеете заняться? Женя приехал 20 октября. На следующий день он пошел в автомагазин. Получил машину «Волгу». Какого цвета была машина? Голубого. Что было потом? Поймите, Тамара, это очень важно. Я должен знать все. Все эти дни мы были
вместе с товарищем Жень. Он приехал к нему из Москвы. А потом, как-то поздно вечером, ко мне пришел Женя и сказал, что он должен уехать на несколько дней, обкатать машину. Куда? В Грузию. Его Атари уговорил. Какой Атари? Тот самый его товарищ. Но вы же сказали, что он из Москвы. Ну да, он там живет. Он даже нас в гости приглашал. В Москву? Ну, хорошо, дальше. Все. С тех пор я Женю не видела. Кто бы мог подумать, что все так. Как фамилия этого Тари? Не знаю. Женя говорил, что они вместе в армии служили. А где он жил здесь, в Ленинграде? Кто? Ну, этот Тари. В гостинице «Советская». В период с 25 по 30 октября товарищ по имени Атари в нашей гостинице не проживал. Он не проживал в Советской, хотя своему другу сказал, что живет именно там. Соврал. А ведь ложь редко бывает бессильна. Стало быть, имел умысел. Какой? Какой? И где он вообще остановился? Нет. Человека с таким именем за эти дни не было. С 25 по 30 у нас жили исключительно одни иностранцы. Была рада вам помочь, молодой человек, но, к сожалению... Ему легче, он преступник. У преступника, как известно, много путей. У меня только тот, который прошел. Но идти мне надо во много раз быстрее, чтобы не опоздать. Чтобы не опоздать, чтобы... Стой! Тамара могла ошибиться? В таком состоянии могла. Могла перепутать, что-то не вспомнить. Не досказать. А что она говорила еще? Ведь что-то она говорила. Вот. Женя говорил, что они вместе в армии служили. Вот оно. Женя и Отар. Корецкий и Отар вместе служили в армии. Ты понимаешь? Это то, что тебе нужно. Твой единственный шанс. Вместе служили в армии. Райвоенком полковник Ковалев. Я в курсе. Поймите, у нас райвоенкомат, а не собес. Нет, 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 никак не могу. В приемные часы, пожалуйста. Да, сложненькая задачка. Простые я сам решаю. Вы меня поймите только правильно. Я бы вам охотно помог. Но сами видите, сколько дел. И потом я не представляю, как могу. Можете. Вот что я надумал. Свяжитесь с Министерством обороны... Пусть выяснит, кого звали Отаром в части, где служил Корецкий. Это, конечно, идея, но у меня дел по горло. Может быть, вы напишете письмо в министерство? А вы не боитесь, что пока придет ответ, он еще кого-нибудь убьет? Что? Я об этом как-то не подумал. В общем, приходите завтра. Завтра я уже буду в Москве. Вы уж, пожалуйста, телеграфируйте мне туда. Петровка, 38, Московский уголовный розыск. Товарищ Шарапов, привет, это я. Нет, уже в Москве. А тебя с утра телеграмма ждет. Читаю. Сообщаем, что одновременно с Корецким проходил службу Абуладзе Атари Георгиевич. Отдайте дежурному, Владимир Иванович, и пусть адрес узнают. Я перезвоню. Что-что? Я спрашиваю, почему вы не были прописаны в гостинице? Простите... Но, Николай Иванович, вы ведь от Воскресенского? Нет.
Тогда я не понимаю, что вам нужно. Пока только узнать, почему вы не были в гостинице. Ничего не понимаю. А кто вы такой? Я следователь. И вы ко мне? Да. Хорошо. Я действительно не был прописан в Советской. Но я там жил. И что из этого? Что у вас там случилось? Что, пальму из катки украли? Так почему вы все-таки не были прописаны в гостинице? А в гостиницах когда-нибудь свободные места бывают? Знакомый мой отдельный номер занимал. Вот у него я и жил. На диване. Когда вы приступили к работе? 3 ноября. Я хотел бы в этом убедиться. Пожалуйста, это очень просто. Вот карточки моих больных. 3 ноября. 3 ноября. 3 ноября. Если вам это нужно, спросите у них. И еще 100 человек вам подтвердят. Это алиби. Алиби? Какое алиби? Вы меня в чем-то подозреваете? Нет, но кое-что вы мне должны сказать. Например, когда вы видели Корецкого последний раз? Женю? 3 ноября у меня кончался отпуск. 1 ноября. Мы приехали в Москву, я остался, а они поехали дальше. Они? Кто еще был с вами? Алексей Сабуров. Кто он такой? Как вам сказать? Знакомый. Женя затащил меня как-то на автомобильный рынок. Потолкаться среди автолюбителей, знаете, посмотреть, послушать, то да сё. Там мы и познакомились с Сабуровым. Он при нас свою «Волгу» продал. Как продал? Машины можно продавать только через комиссионы. Я тоже удивился, но Алексей сказал, что имеет разрешение на прямую продажу. Вот как? Да, ну, потом разговорились. Женя, знаете, в машинах мало разбирается. Вот он и пожаловался, что его новая машина что-то барахлит. Алексей тут же отрегулировал ее. Он хороший автомеханик, кажется, в автоклубе работает. Потом через день встретились. Алексей пригласил нас к себе в Тбилиси. Он там живет? Да. Он сказал, погуляем и заодно обкатаем машину. Меня, к сожалению, с работы не отпустили, а у Жени еще было время. Ну, оставили они меня в Москве, а сами поехали дальше. Надоело мне это! О! Ну я Сабуров, я Алексей Степанович. Долго мне будут крутить мозги? Для начала успокойтесь и расскажите все по порядку. А я постараюсь, чтобы вам не крутили мозги. Как-то вызывают в отделение и преподносят. Что ж вы по ресторанам буяните? Я на них вот такие фары. Какие рестораны? Брось, говорит, овцой прикидываться. А в Риге кто гулял? Я там никогда и не был. Тогда мне бумагу из Риги. 13 ноября подрался в каком-то ресторане с каким-то Ивановым. Примите, мол, меры. А за что? За то, что какой-то жулик с моими документами фокусничает. Почему с вашими? В августе не то потерял, не то украли. А сейчас из Ленинграда какой-то псих письмо прислал. Бумаги на «Волгу» требуют. Якобы я ему ее продал. А где письмо? Выкинул, конечно. Фамилию, адрес помните? Откуда ты из Ленинградской области? А фамилия не то Колосов, не то Косов. Кофейную «Волгу» украли 10 сентября у доцента Радьяни. До сих пор она не разыскана. Вот я и взял ее на заметку. Может быть, двойник Сабурова именно эту машину продал в Ленинграде. Там же лжец Сабуров знакомится с Корецким. И вместе с ним едет в Тбилиси. Еще через 3 дня Корецкому стреляют в затылок, а машина его исчезает бесследно. 13 ноября задержанный в рижском ресторане предъявляет паспорт на имя Сабурова. И его отпускают с миром. Но это был не Сабуров. Это преступник, которого я ищу. В Риге его видели многие, и в первую очередь его компаньон по дебош, Иванов.
Вот он-то мне и нужен. Ну, всего. Желаю удачи. Но ведь я же хотел, чтобы все хорошо было, культурненько. Ну, подошел я, значит, к этой парочке. Она как раз здесь сидела, а он рядом. А ну, прям вспоминать неудобно. Неудобно в пьяном виде в ресторане безобразничать. Рассказывайте. Я вон там сидел, за тем столом. Ну, подошел я к этой парочке. Подошел и говорю вежливенько даме. Разрешить, мол, пригласить вас потанцевать. Она мне в лицо нахально хохочет. Еще сказала что-то обидное. Сейчас я не помню что. Он тоже. Ну, тогда я решил поговорить с ней. А мужик стал гнать меня и обзывать всякими нецензурными словами. Я ему сказал, что я чемпион по боксу. А он мне пошел вон, пока жив фраер. Я тоже не вытерпел всех этих грубостей и... Ну, подбежали, конечно, за руки схватили. У скорости и милиция прибыла. Вы что, правда чемпион по боксу? Сосед. Сосед у меня чемпион. Так. Внешность его запомнили? Да как вам сказать? Я ведь выпивший был. Это он сейчас такой тихий. Вы сидели за этим столиком? Да, я была с друзьями и видела, как приставал этот чемпион. А куда делась женщина после драки? Никуда. Она сидела и ждала, пока разберутся в милиции. Мне стало ее жалко, я хотела, чтобы успокоить ее. И что она? Ничего, спросила кофе, коньяк и дожидалась. Вы говорили о чем-нибудь? Видите ли, особого настроения беседовать у меня не было. К тому же скоро вернулся ее кавалер, и я смогла уйти. И кто она, что она, не знаете? По-моему, поет в кафе или в ресторане на взморе. А где живет? Можно подумать, что вы послали меня заданием, и я его не выполнила. Не обижайтесь, Элка. Просто мне сейчас очень нужна эта певица. Вы не представляете, как это важно. Я действительно этого не представляю. Вы ведь только спрашиваете, а я вам отвечаю. Из-за этой погоды все курортники разбегутся. Тогда кафе, где поет эта самая певица, могут прикрыть ко всем чертям. Юрмала, этот курортный город на Возморье по праву снискал себе славу жемчужины Прибалтики. Ежегодно отдыхают десятки тысяч трудящихся. На много километров протянулись. Вот-вот, на много километров. А ты знаешь, сколько там может быть кафе и ресторанов? Я-то знаю. Да? Да, Элга, это я. Да-да. Вы молодец, Элга. Договорились. В 6 около университета. Давно я не ждал с таким нетерпением звонка от девушки. Что, такая красивая? Красивая?
Пожалуй. С красивой девушкой вот это тебе покажется не таким страшным. Это список всех кафе на взморе. Уходить во время танца — это не конспиративно. Кажется, это она. Чтобы войти в остальные кафе, тебе потребуется 5 вечеров минимум. Ну, конечно. Если я найду ее, то наверняка последним. У меня ведь по-другому не бывает. Со мной даже в очередь никто не становится. А ты начни сразу с последнего. Thank you.
когда-нибудь всех преступников выведут. И вы тогда останетесь без работы? Думаете, выведем? Ну, буду писать мемуар. Я тоже туда попаду. Обязательно. Эпиграфом я поставлю слова моего друга. Он мне сказал как-то: мир разумен и добр. Это не ваш друг придумал. По-видимому. Но он это сказал, когда мы брали вооруженного бандита. Я все больше убеждаюсь, что он прав. Это твой друг. Нет, так еще не скоро будет. Вот это уже ближе к истине. Я в университете изучаю историю. И чем глубже проникаю в этот предмет, тем больше убеждаюсь в том, что устрашением нельзя перевоспитать человека. Английские криминологи утверждают, что наибольшее количество карманных краж в средние века совершалось на площадях во время казни воров. И тем не менее, вы много-много дней стремитесь поймать этого бандита, чтобы... Отомстить? Нет. Преступник нарушает социальные и нравственные постановления общества, которые называются законом. Общество в этом случае не мстит. Оно его наказывает. Значит, мы с вами выступаем от имени общества? Выходит, что так. Дома. Вы хороший человек, Эльга. Стараюсь. А завтра поедем? Обязательно. Но мне пора. До завтра. Знаете, меня впервые целует свидетельница по делу. Here I am just like it seems.
Вы в этом уверены? Тогда идите, делайте, как договорились. А дальше я сам. From my heart with a day of my own. Here I am with all my dreams that they'd help me to find. Here I am just like it seems, cause you're on my mind till my life fades away, till the sunshine is gone from my heart with a day of my own. Here I am with nothing less, but it's with you I get more, I'm sure. That it's you, only you. Янис, давай потихоньку за автобусом. Проследи, не встречает ли ее кто-нибудь. Здесь все записано. Мандалина стоит. Проживает по улице Вейденвама, 31. Однокомнатная квартира на третьем этаже. Балкона нет. Черный ход блокирован. В квартире темно. Там тебя ждут наши ребята. Счастливого пути. Сейчас, Эльга, вам пора спать. Завтра я вам позвоню. Хорошо. Похоже, что его здесь нет. Давай до завтра подождем. Thank you.
Обыкновенный командировочный врун. Врун? Он вам обещал что-нибудь? Золотые горы, яхту и все прочее, что обещают дамы в таких случаях. Обычные бредни. Я на них не обращала внимания. Впрочем, денег он совсем не жалел. Говорил, что не привык отказывать себе ни в чем. А потом просто сбежал. Когда это произошло? Сейчас припомню. Вскоре после драки. Да, это было 18 ноября. Я на репетиции разучивала новую песенку. Он уехал в этот день и больше не появлялся. Как видите, самая заурядная история. Сабуров переписывался с кем-нибудь? Понятия не имею. Вел ли Сабуров переговоры по телефону? Если да, то с кем и когда? При мне он говорил всего один раз. Да и то с другим городом. С каким городом, вы, конечно, тоже не знаете. Конечно, не знаю. Тогда вам придется припомнить, о чем шел разговор. О жизни, о здоровье. Обыкновенный телефонный разговор. Да, меня рассмешило, что Алексей просил у своего собеседника грибы. Как будто их в Риге не достать. А потом поговорили об охоте. Грибы? Какие грибы? Я не знаю, какие грибы. Какое это русское название? Под березовики, волнушки, боровики, маслята, лисички, да-да, сыроежки. Да, маслята. А может быть, лисички? Да нет, маслятки. Я помню точно, совершенно точно. Допрос окончен. Прочтите и подпишите. Здесь, здесь, здесь и здесь. Зачем читать? Я вам верю. Подписали? Теперь сугубо личный вопрос. Что вы без протокола можете мне рассказать о Сабурове как о человеке? Просто как о человеке. Как о человеке? Как о человеке. Я вам уже говорила. Это был широкий, сильный, мужественный человек, способный защитить женщину в ее нелегкой жизни. Да что там говорить? Просто я его любила. Но, как видите, все это кончилось. Довольно банально. Я могу идти? Дайте ваш пропуск. Все это не так просто, Янис. Он, по-своему, даже талантлив. И его роман с Вандой – это не командировочная радость. Жить у нее спокойнее, чем в гостинице. Там надо прописываться. Вот только убегать от нее тайком он бы не стал. Постой, Георгий. Ты говоришь, что после скандала в ресторане он испугался. Так почему же он спокойно жил у Ванды еще целых 5 дней? И только после этого тайно сбежал. Тайна. А почему тайна? Это Ванда считает, что тайна. Тайна. Потому что он не распрощался с поцелуями. А может быть, поцелуев не было, потому что он спешил. Почему же он заспешил?
Ну? Почему 18-го, а не 13-го? 18 ноября в 19 часов 50 минут при инкассации винного магазина номер 17 на улице Лауке было совершено вооруженное нападение на инкассаторов Болодиса и Миронова. На месте происшествия изъяты 3 стреляные гильзы пистолета ТТ. Вот почему он заспешил. Это пуля из Грузии. Вот я включаю изображение пуль из Риги. Фиксируем оба изображения. И совмещаем их. Как видите, индивидуальные особенности следов на пулях с Кавказа и пулях из Риги совпадают полностью. Что дает безусловное основание для вывода. Все пули стреляны из одного и того же оружия. Исходя из заключения экспертизы, нападение на Корецкого у нас в Грузии и нападение на инкассаторов здесь, в Риге, совершено одним и тем же преступником. То есть Сабуровым. Во всем этом есть одна неувязка. Милиционер видел, как, пробежав через проходной двор, преступник уехал на машине. А по словам Ванды, у него никакой машины не было. Машина для него не проблема. Оперативная сводка о происшествиях по городу за 19 ноября. Первое. Пропажа ребенка. Из ларька похищено 7 бутылок портвейна «Алабашлы» и 20 пачек. Угнанная неизвестным преступником вечером... Стоп! Обратно. Из ларька похищено 7 бутылок портвейна «Алабашлы» и 20 пачек папирос «Беломорканал». Розыск ведет 10-е отделение милиции. Четвертое. На станции Сигулда обнаружена перекрашенная в белый цвет «Волга» гражданина Дулицкого Николая Васильевича, угнанная неизвестным преступником вечером 18 ноября. Пятое. Кража голубей. Вот тебе и машина. Я, видите ли, возражаю, когда в моей машине ездят без моего разрешения. Шутка неплоха. Но если бы вы, Николай Васильевич, позаботились о надежном замке... О надежном замке должен позаботиться автозавод. А вот чтобы мошенники оставили этот замок в покое, это уж ваша забота. Ну, знаете ли, при таком отношении мы в следующий раз вашу машину искать не станем. Что значит не станем? Вы за это получаете зарплату, станете! Станем, станем. А номер? Так я же говорил, этот мошенник какой-то психопат. Он украл мой номер и зачем-то перекрасил машину. Непостижимо. Кстати, пора уже выдать мне новые номера, чтобы я мог ездить. Этот негодяй зачем-то надувал мою камеру. Янис. Ты теперь понимаешь, как он за час-полтора перекрашивает машину? А вы не считаете нужным проинформировать меня, как и зачем этот паршивец испоганил мою машину? Зачем это особая история? Долго рассказывать. А как? Это, оказывается, совсем просто. Он возит с собой небольшой распылитель, соединяет его шлангом с накачанной камерой, и краскопульт готов. Преступник ворует в Тбилиси у доцента Ратьяни машину. В первом же удобном тихом месте перекрашивает ее и, заменив номера на краденые в другой машине, спокойно едет за 3000 километров в Ленинград, где продает ее Косову. А мы тем временем ищем машину Ратьяни. То же самое он сделал с машиной Дулицкого, только на сей раз торопился. Даже краска не высохла. Видел? Песчинки налипли. Но это ему было наплевать.
Он собирался на ней проехать всего один раз. После нападения на инкассатора он бросает машину в Сигульде и скрывается. Но куда? Между прочим, мы получим ответ с телефонной станции. Надо же узнать, куда он звонил. Hallo. Na Kriminal, es ist mir gleich schon als Nordalis. Ja. Ja. Bald ist. Состоялся разговор с абонентом в городе Таллине. Индивидуальный номер 247-43. Внимание! Поезд номер 28, Минск, Рига, Таллин, прибывает на первый путь. Здрасте. Инспектор таллинского уголовного розыска Кандауров. Маслята — это патроны по полотному. Ведь не Грибов же в самом деле просил у него преступник. Так-то оно так. Но ведь пил он честный человек. Не пойму, что у него может быть общего с этим вашим. А вот мы сейчас у него и спросим. Дал ему на одну обойму. 8 штук. Ваш приятель, ваш так называемый охотник, бандит и убийца. В Риге он последним патроном убил человека, а ведь, черт возьми, снова вооружили его. Но я же не знал. Он сказал, что на волков идет охотиться. Он даже удостоверение мне показывал. Союз охотников. Удостоверение? На волков? Я тебя под суд отдам! Такой парень, я и не думал, дал ему как другу. Как другу? В каком ресторане подружились? О встрече договаривались? Нет. Но 4 дня тому назад он мне звонил. Зачем? Про машины спрашивал. Интересовался, не пришли ли они на станцию. Говорил, что у него в магазине связи есть. Новую «Волгу» обещали. Ну, а дальше что? Ну, я ему ответил, что в конце месяца должны прибыть. И вправду, вчера 25 новеньких машин прибыло. Кандауров. Наконец-то встретимся. Что? Я говорю, завтра инкассаторы понесут отсюда сумку, в которой будет больше 200 тысяч. 230. Все-таки я тебя вычислил. В сводке есть сообщение, что преступник продал машину Корецкого в Батуми. Он убил Корецкого, чтобы получить машину, которую не скоро начнут искать. Почему же не скоро? Очевидно, рассчитывал, что Корецкого спохватится не сразу. Тамара, его невеста, могла подумать, что он вернулся прямо к месту службы, а капитан Астафьев, что задержался с невестой. За время переговоров между Ленинградом и Таллином утекло бы много воды, и он мог пользоваться машиной. Зачем же он ее продал? Ему не удалось спрятать тело. Да и шофер автобуса видел машину, которая превращалась в серьезную улику. Он избавился от нее и махнул в Ригу. Даже страшно подумать, что такой тип ходит по улицам.
Нет. Преступник травленный волк. И болтаться просто так по улицам не станет. Но когда он выйдет на дело, будет поздно. Надо успеть его остановить. Мы впервые вышли на одну прямую. Или кривую, не знаю, как правильнее. Пока я все время его догонял. Теперь выиграет тот, кто прицелится первым. Да. Слушаю. Откуда? Понятно. Когда? Все понятно. Полчаса назад от кинотеатра «Мир» угнана «Волга». Ну вот и все. Он пошел в атаку. У него есть рижский номер с машины Дулицкого. И номер этого. Тот центр от Яни. Сегодня ночью он перекрасит «Волгу». Выход из автомагазина находится на Т-образном перекрестке улиц А и Б. Ежедневно в 18:30 сюда подъезжает инкассаторская машина. Неподалеку от дверей магазина длинный двор, имеющий спуск к узкой улочке с двумя выходами к улице В. Вот к одному из них преступник, вероятно, и подъедет. Номер машины либо ЛА-А-0273, либо ГХ-6537. Преступник может быть на автомашине «Волга» белой или бело-голубой окраски. Номер машины либо ЛА-0273, либо ГХ-6537. В секторе Б объект не обнаружен. В секторе Б объект не обнаружен. Я пятый. Иду по маршруту. Я пятый. Четвертый докладывает. Выхожу на улицу Вайнакария. Я четвертый. Патрульная 12 заняла исходную. Страшно? Да как вам сказать? Не очень-то хочется получить пулю от этого гада. Я шестой. Вижу машину ЛА-0273. Водитель отсутствует. Улица Лай. Улица Лай. Я шестой. Ну, я пошел.
Ни пуха. Черт. Замкнуть оцепление. Усиленный наряд к дверям. Кандауров блокирует выход. Инкассаторская машина пошла. Спешить некуда. Так что говорить я ничего не буду. Доказывайте. А я вас ни о чем не спрашиваю. Сегодня мне сообщат ваше имя. Но ведь не в этом дело. Я и так знаю о вас достаточно. Увидите арестованного. Thank you.